Девочка сопротивляется. 15.3 в кубе. Да за что? Меня зовут Дарья. Умные, либо красивые, либо она плохая, тогда не обращайтесь в сложный момент. Либо она хорошая, тогда слушайтесь, пожалуйста, и соблюдайте закон. Все хорошо, Макс, нет, я живой, здоров. У дедушек, у бабушек пенсия там $200-300. Это позор, ну очень, потому что на эти деньги не то, чтобы путешествовать, ни еды себе нормальной купить нельзя. И они этого не понимают, я думаю. Молодежь, с кем вы воюете? С молодежью, с детьми. Вот так вот берут и на колени. Убираем камеру и уходим отсюда. Безобразие! Убираем камеры и уходим, сейчас будете задержаны. А почему? Мы с пресса. Ну а мы объяснить можете, потому что... Мы не беспорядок. Мы не беспорядок не создаем. Работе полиции. Так вы мешаете работе журналистов. Его просто уводят. Товарищи анальновцы, говорят, ваш анальный обосрался прямо в тюрьме. И власти Германии уже выехали его забирать. Прямо обосрался и упал в обморок. Такого говна, как на Украине, нам не надо, вы не понимаете. Ростовским мужикам построили стадион. Чего не нравится? Вы в разводе живете шикарно. Шикарно, у вас дорога на Краснодар построена, на Азов построена. Что вам еще надо? Я понимаю, в Сибири, где холодно, где жрать нечего. В Сибири, да, они будут, а вы нет. Сколько тебе заплатили? Да. Давай.